Я не очень люблю рассказывать истории про моих клиентов, но совсем недавно произошедший случай все-таки меня к этому сподвигнул. Не так давно, может где-то месяц назад, одна девушка, не буду называть имя, не буду называть страну, заказывала у меня диагностику негатива. Выявили мы с ней негатив, сказала я ей, что делать для того, чтобы проработать. Девушка немножко не собранная, но очень хороший человек, очень светлый, очень, знаете, такой позитивный, настолько прямо от нее такая энергетика, и мне хотелось ей помочь. Ну, в общем, мы с ней разобрались, все, проходит где-то месяц, вот, она мне пишет, что у нее то ли отравили собаку, то ли, в общем, что-то случилось с собакой и просит помочь, просит сделать расклад, очень сильно переживает за свою собаку, выживет ли собака. У девушки у этой свое дело, свое хозяйство. Она работает массажистом и принимает на дому, я так поняла. Особо подробности я не вникала. И, в общем, делаю я расклад на собаку, и получается, что у собаки очень мало шансов. Собаку отравили, и это тоже, так скажем, тот негатив, который был направлен на нее, собака приняла. Собаку отравили, и собака погибала. И по раскладу было, что шансы очень минимальны, но на выживание. Но шансы увеличивались, если девушка вот начнет вкладываться в эту собаку, да, энергетически, духовно, что она и сделала. Причем даже без моих рекомендаций. Ну, дала я ей там один ритуальчик, но это не суть. Лечили врачи, значит, сделала она ритуал, и она вкладывалась энергетически в эту собаку, и вы не представляете, на следующий день она мне присылает видео, где они с собакой уже гуляют в лесу. То есть до этого присылала видео, что собака лежит вообще ни рукой, ни ногой, так скажем, и потом на следующий день, то есть человек настолько своим позитивом, своей светлой душой, с помощью высших сил вложился в свое животное, что просто ее за сутки подняла на ноги. А к чему я это говорю, к тому, что я ей следом даю, говорю, вам нужно обязательно защититься, вам нужно защищать дом, вот. А так как девушка немножко, еще раз говорю, такая рассеянная, не собранная, как постоянно все переспрашивает, а переспрашивает, потому что не замедляется. Кстати, все ссылки на видео, о которых я сейчас говорю, я оставлю под этим видео в комментариях. Так вот, я ей порекомендовала замедляться, потому что она постоянно на бегу, ей постоянно нужно зарабатывать деньги, она постоянно куда-то едет, она постоянно что-то делает. Вот. А то я ей привела пример, то, что она сумела замедлиться и сконцентрировать свое внимание на своей собаке, это тут же изменило ситуацию, то есть это для нее был наглядный пример. Ну и для вас, тех, кто слушает, тоже. Так вот, я ей даю рунный став, ссылку на рунный став, как защитить свой дом, который стоит у меня тоже, кстати, и всем рекомендую, ссылка будет. Так вот, через полчаса, девушка эта очень пунктуальная, все сделала, как я и сказала, через полчаса она мне пишет: Галина Николаевна, я эту рунную формулу стала в дверной косяк вставлять, и тут же вывалился подклад. То есть то, о чем мы месяц назад говорили, что она не смогла найти, при помощи рун она тут же нашла вот эти нитки, веревки, которые были присланы ей с негатива, вложены ей, ну, видимо, кто-то из завистливых клиентов, из негатива. Так вот, дорогие мои, все работает, если вы хотите это сделать искренне, осознанно и используя для себя. Самое главное, не торопитесь никуда, вдумывайте, живите осознанно и обязательно делайте практики замедления, потому что в наш век скоростей, мы все куда-то бежим, мы все куда-то торопимся, мы уходим от своего «я». И те проблемы, которые возникают со здоровьем, с финансами, это я так поверхностно говорю, очень кратко видео, именно из-за того, что мы себе не уделяем внимания, мы себе не уделяем времени, мы не живем в моменте здесь и сейчас. А вот на примере вот этой девушки, про которую я сейчас рассказывала, она именно сумела замедлиться, сумела помочь своей собаке и сумела обнаружить самостоятельно, высшие силы ей помогли, так как она сосредоточилась, сделала все правильно, сумела найти подклад негатива. Я вас всех обнимаю, желаю всем здоровья, желаю всем любви. И обязательно замедляйтесь, обязательно прорабатывайте свой поток здесь и сейчас.